Сегодня хотим показать вам способ, как мы собираем семена со спелых томатов. Вот у нас уже соспел томатик Амурский тигр. У него хорошие семена уже созревшие. И сейчас мы будем их собирать в тарелочку. Разрезаем томат ровно посередине. Так хорошо видны семена. Их так легче собирать. И теперь выбираем семена в тарелочку. Разрезаем томат, так легче будет доставать семена. Очень важно, когда вы собираете семена, брать ровные и спелые томаты. Желательно покрупнее. Потому что семена в этих томатах намного лучше. Вот мы уже отделили семена. Теперь переливаем их в стаканчик. Когда перелили семена в стаканчик, если у вас томат оказался не сочным, то к семенам нужно налить немножко воды. Я этого делать не буду, так как томат у меня сочный. Подписали стаканчик, как у нас называется сорт семян. И теперь оставляем семена на 2 дня на брожение. Потом я покажу, что нужно будет делать дальше. Прошло 2 дня, как мы собрали семена с томатов. Теперь их нужно промыть чистой водой. Промываем семена. Наливаем чистую воду и сливаем лишнюю жидкость. Сливаем жидкость аккуратно, чтобы семена у нас не упали. Еще раз наливаем воду. Ждем, когда семена немножко осядут, и сливаем воду. Промываем семена до тех пор, пока они полностью не очистятся и вода не станет прозрачной. Темные семена нам не нужны, только светлые. Так что если они у вас случайно смоются вместе с водой, ничего страшного. Теперь сливаем семена на ситечко. Просушиваем семена с помощью салфетки, чтобы вся лишняя влага ушла. И высыпаем семена на чистый листик. Распределяем семена по бумажечке, чтобы они хорошо просохли. Семена выкладываем в один слой, чтобы они хорошо просохли. А если вы положите семена в 2 слоя, то они могут у вас заплесневеть. Потом семена периодически нужно отделять друг от друга, чтобы они хорошо просохли. Темные семена убираем, они нам не нужны. Оставляем только крупные желтые семена. Кладем семена на просушку и периодически их перемешиваем, чтобы семена хорошо просохли. Обязательно не забудьте подписать название семян. Отклеиваем название от стакана и приклеиваем его на бумажечку, где лежат семена, чтобы потом не перепутать, какие семена здесь у нас лежат. Вот. Итак, сушим семена до полного высыхания.
или можете подписать, какой у вас сорт семян на бумажечке. Прошло несколько дней с того момента, как мы начали сушить семена. Периодически семена нужно перемешивать, чтобы они хорошо просохли. Вот так их рассыпаем, разделяем, чтобы они не склеивались. Уже прошло 5 дней с того момента, как мы начали сушить семена. Они уже полностью высохли. Посмотрите, какие хорошенькие. А вот наша пушистая помощница, которая мурчит за кадром. У сухих семян при перемешивании характерный шуршащий звук. Значит, семена готовы к хранению. Семена я буду хранить в конвертике. Пересыпаем их на бумажечку. И заворачиваем в конвертик. В бумажном конвертике семена лучше хранятся. И подписываем конвертик, чтобы знать, какой сорт семян томатов здесь хранится. У нас амурский тигр. Надеюсь, вам было полезно наше видео. Если оно вам понравилось, то поддержите нас пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!